Акцию «Хорошее сердце» ладят медицинские сестры Могилевской области. Медработники не только закликают до безвыплатной сдачи крови, але и на уласном прикладе демонстрируют значность такой доброчинности. У среднем 120 человек что дня приходят на областную станцию переливания крови. Фельдшеры, акушерки, медсестры – так само тут частые гости. До сдачи плазмы рыхтуется и фельдшер-лаборант станции Олеся Круковская. Еще не гоноровый донор, однако, каже, с лику сбилася, кольки годин провела за сдачей крови. Каже, не деля заробку. Возможно, моя кровь спасет кому-то жизнь. Акцию «Горячее сердце» инициировала областное громадское объединение медицинских сестер. Безвыплатно за несколько дней кровь и ее компоненты сдали больше за 220 человек. Трудно переоценить важность подобной акции, поскольку донорство в нашей стране является уважаемой почетной миссией. На самом деле каждый человек безо всякого ущерба для своего здоровья может безвозмездно сдать кровь либо ее компоненты. Таким образом помочь своему соотечественнику, а зачастую спасти ему жизнь. До 2020 года Сусветная организация аховы здоровья рекомендует усім краинам перейти миновито на безвыплатное донорство. Доноры, которые идут на станции переливания крови не за грошима, лечатся самыми безопасными. Вот и на Могилевщине безвыплатных доноров становится более. Очень большой процент людей приходит сдавать безвозмездно и плазмаферез. Сейчас вот на данный момент получается у нас каждая седьмая плазмодача безвозмездная. Как вы оцениваете вот такой поступок? Ну, это говорит о высоких моральных качествах людей, о их таком душевном порыве. Гроши, которые сэкономлены от безвыплатного донорства, идут на умацывание материально-технической базы медицинских установ, например, закуп медицинского обсталявания. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, новини региона.